мы с вами начинаем процедуру хиджама. Хиджама очень популярна на Востоке, в мусульманских странах. Используется для, ну, переводится как капиллярное кровопускание. Перед тем, как сделать насечки лезвием, банки должны постоять 15 минут для того, чтобы кровь в эти места прилила, лимфа начала свое движение. Затем мы баночки уберем, сделаем маленькие насечки лезвием. Терпимо? Терпимо. Не больно? Делаются такие вот микро насечки. Буквально царапаем просто кожу. Сильнее насечек не должна выступать кровь. Кровь только должна выступать после того, как поставить баночку. После снятия баночки кровь не должна выступать идти. Значит, процедура завершена, выполнена успешно. Ну и правильно сделанная хиджама не оставляет следов, надрезы почти не видны.